Ах, нифига, убил. Ну, какой-то еще чувак едет. О, это мы знаем, слушай, не надо нам такое стрелять здесь. В свои ракетки. Смотри, а где же пасхальные яйца? Кончились уже сегодня? Да, Дуда Плей. Всем привет, ребятки, вы на канале Дуда Плей. Мы продолжаем играть в игру Hills of Tanks. И давайте зайдем в классический сразу и поиграем в зимний период. И возьмем мы такого титана. И поедем попробуем на нашем танке. Давайте поедем, у нас мощный танк. А, смотри, дурачок лежит. На тебе, отдыхай. Так, этот гаденыш, надо в него как-нибудь попасть. Попал, интересно, или нет? Раз. Ах, нифига, убил. Ну, какой-то еще чувак едет. О, это мы знаем. Слушай, не надо нам такое стрелять здесь. В свои ракетки. Смотри, а где же пасхальные яйца? Кончились уже сегодня? Так, а я не могу заехать. Да, мне мешают вот эти его яички. Ну, как яички? Это не яички, конечно. Ладно, поехали. Ё-моё. Только не стреляй, ну... На, давай, отдохни немножко, дружище. Отдыхай. А мы сейчас другого танка прихлопнем. О, смотри. Откуда здесь вообще дым, я не понял. Интересно. Где танки-то все? Хлыбысь. Не, никого. А, тут и никого нету. Ладненько. Так, можно смело подниматься наверх. Здесь никого нету. Нет, здесь куча всяких различных танков, которые меня начинают месить вовсю. Откуда вообще взяли здесь, алло? Так, и ты еще маленький, плохиш такой. Стреляешь меня, а? Так, у меня задание, ребята. Тихо. Я не сказал про задание. Вот так, отдыхай. У меня сегодня задание заработать 1700 монет. Это очень много. Так, а ну-ка, тихо, хватит. На, отдыхай. Так, Босяра, едет Босяра, ребятушки. Удар грома, нифига название какое. Удар грома. Ну давай мы тебе удар грома щелкнем. Попадем, интересно? А, нет, пролетает наши все выстрелы. Так, раз, два. О, с двух ударов он уничтожился. Это разве называется удар грома? Нет. Это называется удар пугалки. Да? Удар пугалки. А мы отправляемся вперед. Потому что только впереди здесь будут танки. А вот первый танк есть. Отдыхай. Ребята, они меня могут попасть. Поэтому мы сейчас сделаем так. Встанем вот здесь вот. Раз. Один есть, готов. Два. Смотри, в гусеницу стреляешь, и они все, они начинают... умирать. Так, тихо. На, получи. Следующий. Есть. Замечательно. Покатайся немножечко на снегу. На снежку. Есть. Нифига, я просто так, знаешь, выстрелил. Я не ожидал, что там будет танк. Так, вот, ребята, едет. Тихо, сейчас я встану. Аккуратненько здесь. Так, мимо. Немножко вниз. Есть. Еще? Ты живой там, что ли? Так, какой танк едет, смотри, ребята. Я вот эти красные вообще люблю. Они хлопскаются только так. А вот маленькие, они вот как этот. Ой, я не хотел себя, подожди. Я вот в этого хотел. Вот эти вот танки, они противные. Вот такой вот синенький. Он очень противный танк. А этот еще противней. Он маленький, никуда заехать не может, как станет. О, это, наверное, эпогея противности. Вот эти вот танки. Ой, как я их не люблю. Так, одного щелкнул. Так, второй сам себя щелкнул. О, вот этот начинает из-под тишка стрелять, смотри. Давай уже, подъезжай. О! Тихо. Получай. Готово, ребята. Так, а до 1700 монет еще далеко, далеко. Поэтому мы будем этих танков уничтожать. Я насобираю 3000 и куплю себе новую карту. Там, где я буду получать по 3 монеты. Понял? По 3 монетки.
Но для этого мне надо кучу танков здесь убить. Ой, как хорошо, смотри. У меня хорошая позиция. На. Все. Ребятушки отдыхают. Ой, вот этот прибежал с ракеткой. А, вот этот маленький. Он тоже стреляет. Я не помню, чем он сейчас стреляет. А, такими же, как и у меня, что ли? Нифига себе, сравнили два танка. Один маленький, другой большой. А стреляет под пульками одинаковыми. О, тихо. Смотри. Стоят уже там. Сейчас, подожди. Ой, поехал. Сейчас начнет стрелять своими ракетками, этими бомбочками. Так, а ну-ка, вот этого друга я. А, нет, промахнулся. Так, ё-моё. Как же тебя? Вот, попал, всё. А, главарёк едет удар грома. Нет, легион, это несколько. Вот этого легко, в принципе, уничтожить. Смотри, просто стреляешь вот так вот. И сейчас я начну попадать в него. Так, нет еще. Скоро. Есть. Ой, хорошо. Ой, прям хорошо стрельнул. Ой, прям вообще нормально. Все. Уничтожили. А, что у нас там по монетам? 663 монетки? Вообще мало. Ой, прибежали, ребята. Сколько вас много. Сейчас я денег подзаработаю. Нормально-таки. Ой, еще летят. Прям торопятся. Так, тихо. Ой, нехорошее место такое, смотри, а. Какое нехорошее место. Так, теперь вот этого стрельнуть. Ай. Да ё-моё, там еще куча танков-то. Два танка перевернутых. Теперь один остался. Ладно. Тихо. Ох, есть, готов. Готов, и мне еще 10 танков уничтожить, и будет хорошо. Так, ребята, смотри. Вот такая ситуация. Я отъезжаю назад, и они сейчас будут подъезжать. Смотри как. Раз. Два. Три. Так, а ну, что там у нас? Взрываетесь вы там или нет? Нет, практически им ничего не сделалось. Придется сейчас... А, мы сейчас их переедем. Так тоже можно. Все, ладно, пускай они там стоят. Есть. Один. Второй готов. Так, третий готов. Так, там еще кто-то стоит. Стопудово. Там еще и... А, нет никого. Хорошо. Так, немножко сейчас подъедем сюда. А, вот уже едет. И там денежки. Наконец-то. Это что-то я уже сколько еду, монеток нету. А вот и монетки, вот и танки сумасшедшие. О, перевернулся. Нифига себе. Как он перевернулся-то. Так, я думаю, сразу можно подлечиться. Время не терять. Вот едет уже один чувак. Давай. На. Еще там несколько. По крайней мере, два танка точно есть. Сейчас мы посмотрим. Ага. Вот они, танки. Точно я сказал, два танка как минимум. Все. Монетки собираем. Вот еще монеток куча, хорошо. Так, итого уже у меня 1700, ребятушки. Ой, хорошо как. Так, тихо. Зачем ты это делаешь? Слушай, чувак. Не-не-не-не-не-не. Это брось. Ты это брось. Давай я подъеду сейчас к вам, ребята. На, еще, на. Готов, одного сделали. Так, ну тут еще куча танков, ребята. Как мне вас всех уничтожить-то, а? Вы же меня стреляете. Готово. Так, и вот этого маленького. Ой, мимо. На, получай. Хорошо. 1700, нормально. О, есть. Еще один. Ах, ты, ё-моё, еще стреляет. На, еще, на, получай. Вот этих надо, главное. Мощных. Так, это не надо, спасибо, я лучше отъеду. Ребята, я лучше немножко отъеду. Тихо. Ой, хорошо, что этот меня спас. Защитила меня эта штука. Так, вот этот танк мощно стреляет. Так, надо его сразу уничтожать. Так, я тоже. Отдыхай. Ой, здоровья еще мало, не знаю я. Вот этих ребят очень много здесь. Ой. Ну, хоть одного я убил. В принципе, неплохо. Так, чинить мы не будем. Мы пойдем сейчас посмотрим. О, а ну-ка, до генерала. Давайте.
Нет, не хватило. Немножко. А и зайдем в крушитель Луны, посмотрим. Так, ну всего у нас 1745 монет. Это очень хорошо. Будем зарабатывать и дальше. И откроем новую карту. Ну, а мы будем заканчивать серию, дорогие друзья. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока. До новых встреч.